Так, всем доброе утро, добрый день. YouTube канал Забеременеем, меня зовут Денис. Как всегда, город Аликанте, как всегда, Испания. Сегодня у нас 11 октября 2021 года. Завтра день Испании. Вчера был праздник Коммунидада Валенсиана. Мы гуляем с вами по улицам города Аликанте. Сегодня, получается, у нас понедельник. В целом, это как бы выходной день считается, но некоторые магазины, некоторые предприятия открыты. И хотел вам показать как раз, ну, можно сказать, такой понедельничный Аликанте. Вот время сейчас где-то часов, наверное, 9. Слышу, что школа вроде открыта. Это у нас улица называется Авенида Алькой. Вот можете посмотреть на ее, так сказать, загрузку, не знаю, трафик, как угодно можно называть, по понедельникам. Но учитывайте, что завтра выходной день, и, в принципе, сегодня он тоже достаточно... Hola, ¿qué tal? Bien. Вот люди, видите, приветствуют. И сегодня у всех такое хорошее настроение, смотрю. Меня можно, кстати, немножко поздравить. Хочу похвастаться вам своим результатом. Я же начал худеть. И скинул уже, получается, ну, давайте, если быть так, совсем к себе относиться более адекватно, 4 килограмма. Вот. Ну, показалось, что 5, но вроде как 4. Давайте будем уменьшать, чтобы не расслабляться и себя мотивировать. Вот видите, у нас тут такая... дорога достаточно активная, большая. В Испании, конечно, я не советую селиться около больших дорог все-таки, потому что шумновато, конечно, бывает. Здесь у нас что-то собирают они. А, пункт по... Значит, здесь можно сдать всякие вот эти вот технику электрическую, старую там, в общем, ну как пункт утилизации, он приезжает сюда периодически, можно сдать всякие там, ну люди сдают там, там по весу принимают. И насколько я знаю, в Аликанте нет никаких преференций, то есть, вот видите, там человек сидит и собирает вот в такую штуку, вот. Какие-то преференции нет, слышал, что вот в городе Сагунто, по-моему, еще где-то в других муниципалитетах и городах, там можно даже как... скидку на электричество, на газ получить, то есть в Аликанте, по-моему, такого нет, то есть просто можно сдать, ну, не знаю, честно, надо узнать, в принципе, мне пока ничего такого сдавать, хотя есть, кстати, старый водонагревательный этот бак, который нужно, кстати, да, то ли выбросить куда-то уже, то ли вот, может быть, надо сходить сдать, ну, неважно, речь сегодня не об этом, сегодня мы немножко с вами гуляем, дети кричат. Школа сегодня работает. Не, получается, что сегодня, в принципе, день как бы рабочий, да. Но, может быть, начальная школа работает, не знаю. Вот видите, там у нас очередь за лотереями. Люди уже покупают к Рождеству. Вот лотерея де Навидад называется. Вот школа. Видите, немножко покажу, чтобы... школа. И мы с вами идем как бы в центр города. Ну, до самого центра мы, наверное, найдем. А, так, что еще хотел рассказать? Помимо того, что я начал худеть, я, значит, как я худею? Кстати, тоже вот, если, может, какие-то есть эксперты или люди, которые хотят тоже сейчас привести себя в форму, скажем так. А, значит, как я это делаю? Я убираю все... ну, по возможности, ну, как вообще, да, все вот эти сладости, все мучное, я больше это не ем, я ем, значит, только зелень, салат, немножко сыра, салат с сыром, вот как с фетой, с такими вот делаю, как греческие салаты всякие, без соуса, без вот всяких лишних, как бы, ингредиентов. А все свежее, ем мясо, где-то раз в неделю я себе, как бы, позволяю мясо, ну, чуть-чуть, то есть не как раньше там ел. Вот, я люблю, в принципе, мясо, и вообще люблю поесть, как вы знаете, я думаю. Вот, ну, тоже давайте здесь отстанем и посмотрите на перекресточек в плане вот активности тоже, что здесь у нас все, видите, вполне себе бодренько так.
Вот. И, соответственно, что еще? Я позволяю себе стаканчик сока. Вот, смотрю, конечно, на калории. Вот, кефир. То есть завтрак у меня это кефир, например, или такие йогурты, но не без всяких вот добавок. Не йогурты сладкие, а вот такие, то есть пустые, как бы, да, натуральные, кисломолочные. Или кефир, например, делаю с каким-нибудь, ну, допустим, с яблоком, то есть каким-то фруктом. Или с не отрубями, а такие злаки, как бы. Вот. Это мой завтрак, в принципе. И получается, что еще? Супчики всякие, в общем. Ну, в общем, я убрал весь хлеб, убрал весь шоколад, все вот эти вот, всю эту ерунду. Сладкие какие-то напитки я убрал. Вот, смотрю на калорийность. И самое главное, что я начал бегать. То есть я бегаю. Ну, вот пока еще так не замерял прям четко, но где-то получается уже четвертый день я бегаю. И бегаю я, ну там получается где-то 5 кругов. Я не знаю, сколько это в метраже, как бы, но, грубо говоря, вот 5 таких больших стадионных вот этих кругов я начал бегать. Получается, бегаю где-то я это, ну, минут 15. Вот так, каждый день. Это не очень много, я понимаю, но в принципе, как бы вот. Ну, результаты, так понимаю, что есть. Потому что я, в принципе, скинул, вот опять же говорю, ну, 4-5 килограмм. Ну, давайте будем говорить 4. Вот. Плюс я не ем, естественно, после 6. Иногда, ну, то есть стараюсь вообще не есть после 6, но пью без ограничений, как бы, кофе, чай без сахара, все это. И кефир можно выпить, как бы, ну, тоже в любом количестве после 6. В принципе, я считаю, это нормально. Вот, потом что еще? Ну, всякие огурцы, в общем, вся зелень, никаких лишних вот этих вот. Смотрите, давайте здесь пройдем. Никаких лишних, в общем, каких-то вот этих вот всех, в общем, вредных продуктов. И самое главное, бегать, тогда, в принципе, можно потихонечку так вот скидывать. Моя цель скинуть, наверное, килограмм вообще 20 мне нужно скинуть. Вот. Ну, посмотрим, как это все пойдет. Так, не знаю, зачем мы сюда движемся. Ну, ладно, покажу вам эту часть города тоже. Так, сегодня испанцы какие-то сонные после выходных. Хотя, вот опять же, сегодня, по идее, выходной. Вот я не очень понимаю, что там очень много всего открыто. По идее, они делают мостик между одним праздником и другим. О, она нам. И поэтому какие-то активные прям раздают все на улицах. Какие-то ходят, здороваются. Вот видите, здесь такая церковь католическая. Простенькая такая, вот, да, в стиле таком католическом. Хотя не знаю, может, это протестантская? Нет, это католическая, думаю, да, католическая. Так, ну давайте мы пройдем еще немножко туда. И там уже закончим наш небольшой репортаж. Погода отличная. Градусов, наверное, 23. Я в рубашечке, в шортиках. Отличная погода. Что еще вам рассказать? Даже будто не знаю, что еще вам рассказать сегодня. Кроме как похвастаться, что немножко сбросил. Ну, знаете, это тоже очень важно. Потому что все-таки. А вот, кстати, смотрите, здесь у нас, видите, такой пустырь, там уже он, арена для боя быков. То есть вот сзади арены такая вот, как бы, есть такие дыры, там можно строить дом, соответственно, ну, как участки земельные. Вот, и вот так это все выглядит. Потом все застраивается и как бы превращается вот в такую вот застройку. То есть они, как бы, испанцы строят дома друг к дружке, как правило. Кстати, здесь мы с вами гуляли вот вечером. Я вам показывал, там у нас площадь, вот это, не площадь, а парк, как бы зона общественная бывшей сигаретной фабрики. Ну и давайте, может быть, на этом месте мы закончим сегодняшний репортаж. Рад всех приветствовать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, и мы увидимся, как всегда, в наших следующих видео из города Аликанте, Королевство Испания. Всем большой, теплый, солнечный привет!